Всем привет, и с вами The Game. И мы вчера остановились на том, что надо было нам спасти из заложниц одну из девушек, вот эту. Собственно, это мы сейчас и будем выполнять. Вчера была трудная такая, на самом деле, миссия. То есть, видео трудное было, потому что я там много раз умирал и пытался как-то играть лучше, конечно же. Но все впустую. Ну ладно, думаю, в этот раз мы реально постараемся и будем лучше играть. Я просто еще раз повторяюсь, я пытаюсь ее пройти быстрее. Больше никто не причинит тебе зла. Так как я ее проходил уже, я вам это говорил, да? И я ее хочу, ну сами понимаете, пройти побыстрее. Так что вот как-то так. Так, мы продолжаем, я просто... остановил запись, чтобы проверить звук. Я помню, стой, вот сюда надо. Веди себя тихо. Веди себя тихо, понятно. Тишина, ребят, тишина. Вот они, два дебила. Веди себя тихо. Так, давай ее сюда. Поехали. Сейчас я помню, тут мочило вот такое начнется. Так, подняться. Куда нам вот сюда, да? Ну да. А, блять, повезло. Я один взял по-любому, прикид Джейсона Вурхиса. По-любому, так и сделал. Видите, он в маске просто, он хочет с него пример взять просто, и все, ребят. Готов. Минус один, блядь. Маскировка. Так, куда нам тут? А, в чем сейчас, подожди, тут есть, да, трое. Их можно, в принципе, вот это убить можно. Не заметят. Сейчас мы его отведем. Вот так вот. Вот это я называю уже мастерски. Этих можно, в принципе, двоих сейчас убить. Попробовать, если. Шум поднимем, да, думаю. Блять, не успеем. Так, все, продолжаем. Я просто отошел ненадолго. Вот так вот. Все продумано. Так, я не знаю. Сейчас, если вот это вот убьем, если он туда пойдет сейчас. Есть, минус один. И вот этого сейчас. Готов. Все есть. Берем один предохранитель. Так, вот тут тоже я, по-моему, по-тихому проходил. Так, давай, иди, проходи туда. Да, туда иди, правильно. Так, и минус еще один. Вот это я понимаю, как киллер. Прям офигенно прохожу сейчас. Что такое? Что такое? Ай, блядь, там же трупы. А, все, пизда. А чем я убил? Вы видели? Он просто как голыми руками убил. Ну ладно, не буду обращать на это внимание. Так, это активировать точку контрольную. Вот тут еще, я помню, труднее намного будет. На первом этаже намного легче было. Сейчас, дайте, продумаю. Там один стоит, вон там один.
Вот это вот сейчас мы можем убить, в принципе. Нет, не убьем его сейчас. Что такое, блядь? Как я это... Как он меня заметил, блядь? Иди сюда. Что такое? Блядь, и все заметили, ёбаный в рот. Ты что-то видел? Да ёба. Пиздец ты. Сука. Да их там толпучка, нахуй. Как я их перебью? Если одни хедшоты ставят, то да. Готов. Да ебучий твой случай, блядь. Будет потруднее, согласен. Вот сейчас на данный момент будет труднее намного. Так, ну ладно. Там еще один предохранитель, да, есть? Дробаш, если надо взять. Маскировка. Так, тут дверь, я помню. Вот она. Предохранители есть. Пошлите, возьмем еще два, нам надо взять. А давайте попробуем по-тихому пройти, да, типа как-нибудь. Вот так вот как-нибудь. Блядь, сука, как вы меня палите, блядь. Есть, вот это сейчас нормально, сейчас третье надо взять еще. Так, сюда тип идет, кстати. Блять, ну а как вот скажите, ребят? Что там случилось? Подожди. На, блядь, ебасоса. Блять, ребят, вот сейчас придется, кажись, оружие брать. Если не запалит, то нормально будет. А если уже запалит, то пиздец будет. Добрый день. Готов. Как, сука, я не попал? Вот это я называю настоящий экшен, блядь, уже. Это уже, блядь, реально, как там Мафия 2, знаете, такие уже игры, простые, как боевики, короче. Так, все, есть три, трое уже есть. Блядь, там еще обходит. Готов, ебать. Чисто кулаками вложу, блядь. Вот это я называю, блядь. Ну это четко чисто, блядь, ребят, что вы хотите? Это ж я, блядь. Так, там. Ага, вот он. Готов. Готов. Решила бежать, ну нихуя у него не получится, ебать, на, с коленкой по башке, блядь. Готов. Готов. Так, я помню, куда нам идти. Они отсюда, да, сейчас будут?
сука. На пистолете еще патроны есть, но будет с пистолета намного труднее. Еще один вот тут. Последний там еще и пиздец, все, ну, прошу, я прошел. Блядик. Вылазь, заебал, ты уже один остался. А, нет, двое там еще где-то бродит один. Чмошник, блядь. Блядь. Ты че, ебанулся? Ебануться, блядь. Сука, ебануться и не жить, блядь. Отвечай, ебать, все заново, ребят. Вы видели, как я прошел? Просто пиздец. Ой, блядь. Пиздец, ребят. Я, вы офигите, но я прошел просто ни одного не убил. А, нет, еще одного убил. Это пиздец, да. Как это сделать? Эй, да что с тобой такое? Мне нравится, когда ты радуешься. Ну же, дерись, девчонка, дерей, вы! Я тут не для... Так. Короче, УЗИху возьмем. А у нас что тут, бутылки есть такое что-нибудь? О, бутылочка. Вон туда бросаем. Вот этого я сейчас гашу. Быстрее, давай быстрее, братан, свернуть шею. Готов. Так, у него одна и та же, да, маскировка? Ну да. Ладно, не суть важна, в принципе. Я не помню, честно, вот эту миссию, но припоминаю, что-то там, по-моему, то ли его в заложники потом возьмут. Ножик. Там их двое, вот они. Ебать, я могу его убить так чисто, да? Ебать. Все, пиздец. Вот это четко, реально, пиздец. Вот это было четко. Это прям как профессионал уже прошел. Нормальная так тема, да? Блять, что-нибудь бросить бы по-хорошему. У меня нету ничего бросать такого. Добрый день, ребят. Пойду вот этого, да, кажется, съемнуть надо. Блять, не успел, представляешь? Ну, в принципе, все равно убил. Главная цель ликвидировали. Ой, я вспомнил эту миссию. Вейд обнаружен. Да пизда, выйду уже, в принципе. Все, сейчас он выйдет, так еще челка надо будет потихоньку. Ну давайте, выходите. Готов. 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 И вот это вот. Готов, ебать. В смысле, а что это за хуйня? А как его убить-то, блядь? В смысле? Я сейчас вообще нихуя не понял. Я ж, блядь, наметил вроде все четко так было. Или мне чисто его надо было убить? Да нет, вроде. 16 патронов, может, все нахуй всадить надо? Я просто в душе не чаю, на самом деле. А, вот, все. Готово, нахуй, вы тоже ложитесь, блядь. Надо было, короче, как я помню, чисто в голову. Знаешь, ему хедшот поставил, что-то пули нету, блядь. Ладно. А, хамелеон второй. Разблокировал, уменьшивает затраты инстинкта на мимикрии. На следующий уровень повышает способность агента 47. Мимикрировать и восстанавливать силу инстинкта. Нормально. Продолжить. А у него тачка, по-моему, четкая сейчас. Или нет? Ну, офигенно, точила. Thank you.
ребят, вот это 4-я серия, а мы, по-моему, уже до середины дошли, если я не ошибаюсь. А это всего лишь 4-я серия. Да, я же говорю, часть 2. Welcome to Hope. Добро пожаловать домой, как я полагаю. Ой, помню я эту миссию, блядь. Тут они все дерутся почему-то, блядь. Берут, дерутся, нахуй. Бутылку возьму, блядь, какую-нибудь бабулу, ёбну, нахуй. Чё, блядь, тебе как поебало, сейчас на, нахуй, так вот. Всё, сейчас драка начнется тут в клубе, блядь. Готов, блядь. Ну, по дракам вы знаете, я умею все это делать. На, готов. Сейчас вот этого. Ложись. Кому мне еще тут чачу набить, блядь? На. Да ебать, хули ты хочешь, братан? Ну видишь, я всех ложу. Чё ты, блядь, нарываешься, скажи мне. А говори с барменом. Прошли, серьезно? Чё-то какой-то очень долгий уровень, блядь. Смотрите на это. Да. Сэр, вам правда надо это увидеть. Что? Часть 2. Бирдес Гифт. Перевод не знаю, но... Так, вспомнил я эту миссию. Заберите свои ливарьеры. А, вот они. Ну, дай мне ливарьеры, заебал уже. Ты мне мои ливарьеры отдашь? В недосягаемости? Ключ карты. Ты что, ебать, охуел, дедок, блядь? Иди сюда, нахуй, мы сейчас ебаем сама, блядь. На, нахуй. Ебать, а там... Тут такой пиздец творится. Вообще в этой миссии не так надо было делать. Тут не надо было стреляться. Как я их заберу, блядь? К этой подойти, может, надо? Ну да. Ебал, у нее жопа, нахуй. Говорят, ты хотел пострелять. Да, и буфера тоже нихуёвая, блядь. Заберите Сильвера. Все, можно забирать. Я не хочу просто там стреляться. Там долго, пиздец. Сука. Ладно, хуй с тобой, блядь. Сейчас вам покажу, ребят, мастер-класс, блядь. Все, моя ждала. Сука. Конченая, блядь. Готов. Блядь, ну как за них, пиздец, блядь. Где еще? Раз, два. Блядь, да ебаный рот. Не успел. Туда вообще не попал, ну ладно. Двадцаточка. Десяточка. Киллеру делать нехуй, потому что, блядь, вот он как бы мастер, да, и он, блядь, просто, блядь, в испытание какое-то зашел, просто ему делать нехуй. Готов. Готов. А, ебать, у него рекорд, надо побить мне ее. А я еще нихуя не побил, блядь.
сука. Где, блядь? Есть. Готов. Готов. Да ебаный в рот, ну как так нахуй? Сука, еще неудобно мышкой так вот играть сейчас. Просто не знаете сейчас мое положение на самом деле. Успею так на это чё. Восемь секунд, какой, блядь, это пиздец. Все, все, давай. А, нет, не успел. Он постарался, ну, блядь, миссия, конечно, провалена, блядь. Девушки бывают разные, да хуйня. Все равно нельзя забрать, да? Пиздец, они меня заебут, ребят. Фух, вот, я набрал 538 очков. Ну, я со второго раза, короче. Я прошел со второго раза. Не скажу, что было трудно, и не скажу, что было легко, в принципе. Да просто так, блядь, сильверы отдать не могли, блядь. Пиздец. Разблокировано. Снижает расход инстинкта на выбор цели при стрельбе на вскидку. Следующий уровень еще сильнее сокращает расход инстинкта при стрельбе на вскидку. Фу, блядь. Трудновато, блядь. Не забивать, кто он, что он и как он хочет решить эту чертову проблему. Я хочу покончить с этим. Сэр, мы нашли его. Птаха был прав. Он в Хоупе, в Южной Дакоте. А девчонка? Ее с ним нет. Ладно, народ, слушайте. Объявляю о начале операции. Я хочу голову 47-го на блюде! Хуй ты не хочешь на блюде, блядь? Часть 2. Шевинг Ленин. А, вспомнил эту миссию. Ну, на этой миссии мы остановимся и продолжим в следующей серии. С вами был, как всегда, The Game, и всем удачи. Всем.